Всем привет, я Даша, и в этом видео мы посмотрим, что будет, если не спасать девушку. Смотрите, девушка находится в холодном лесу, в зимнем холодном лесу. Так холодно, и что же выбрать? Огонь или перчик? Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то мы не спасем девушку. 3, 2, 1. Молодец! Мы не спасем девушку. Огонь, наверное. Мой костер. Дурацкий ветер. Ей, наверное, понравилось померзнуть. А вы как считаете, понравилось ей или нет? Так холодно. Острый перчик. И смотрите, сразу же согрелась. Крот? Что же сделать надо? Интересно. Давайте польем его. И куда он вырос? Теперь я вообще пройти не могу. Так, заколачиваем. И мы сможем пройти дальше. Как мне преодолеть эту дыру? Давайте через досочку. А! Я провалилась. О, нет! Но зато можно налить воды, и у нас все замерзнет. И мы сможем пройти дальше. Отлично. Нажимаем далее. И девушка все еще находится в лесу. И что же ей делать в этом случае, когда просто здесь тяговик, который прикрывает дорогу? Может быть, лопатку или солнце? Давайте солнце! Спасибо, небо, за солнце! Большой, страшный медведь! Что мне делать? Давайте улей ему дадим. Ему не понравилось, что его укусила пчела! Цветочек. Я не живая. Медведь. Так, отлично. И мы сможем пройти дальше. Но девушка захотела есть. Позвоните ей или что-нибудь передавить. Давайте позвоним. Я могу заказать на вынос. Ого, прям на парашютике. Только там же, наверное, интернета нет. Странно. Ну, и вообще сеть есть или нет? Наверное, есть, если она позвонила и ей там привезли уже. Она заснула. И что же делать? Палатка или лопата? Лопата. Давайте построим иглу. О, отлично. Она провалилась. Помогите! Чайник или... круг. Давайте чайник. Теперь вода приятная и теплая. Какая милая ездовая собака. Давайте ей дадим косточку. О нет! Бедная девушка! Значит, нужно удочку. Вперед, собака, вперед! Так, и нажимаем. Девушка все еще едет, из-за ездовой собаки. Почему мы остановились? Дать курицу собачке или мышку? Если, мне кажется, если мышка, то собака погонится за мышкой. И мы поедем. Значит, давайте ей дадим мясо. Ну, примерно я так и думала, кстати. Значит, можно проверить мою, как бы, догадку, что ли? Почему мы остановились? Ну вот, я так и сказала. Как мне пройти? Дождь или крылья?
Очень странный вопрос. Знаете, наверное, крылья. Я могу летать! Уже не можешь. Значит, дождь. А, и там наберется вода и замерзнет. О, нет. Красивый радужный мост. Да, очень красивый радужный мост. Какое же огромное это снежное существо. Что, огонь или коробка? Коробки она хочет просто переползти? Ну давайте, попробуем. Привет. Вот это да. Попалась, видите ли. И что, он растает? Посмотрите-ка, он растаял. Ну да, он растаял, я просто в шоке от этого. Вау, какие красивые волосы, но мне они не нужны. У меня свои с жемчугами, туфельки красивые и еще платье тоже. Так, хочется пить, нужно найти воды. Хм. Что же выбрать? Давайте первый вариант. Ой, у меня мешок забрал орел или какая-то птица, короче, большая. Нужно найти воду, ну где же она? О, давайте здесь покопаемся, может быть, где-то найдем воду? Отлично, вода! Только мне кажется, я бы не советовала пить воду вместе с песком. Змея! Что же делать? Попеть на дудочке или как это? Не на дудочке, а на флейте, наверное. Или маску ей надеть. Давайте попоем. О, нет! Я же не хотела еще больше призвать змей. Я просто хотела избавиться от змеи. Я надела просто на нее маску, и она мне уже ничего не сделает. Торнадо! Маска или лопата? Давайте лопату попробуем, что ли. Странная какая-то. Здорово! Это пирамида. Так. Нажимаем далее. И следующий уровень. И где же девушка? Она в пирамиде. Как мне пройти через эти шипы? Давайте механизм, наверное, попробуем. Механизм, чтобы упала девушка! Бедная девушка! Кстати, заметьте, здесь 4 этапа, а всегда обычно по 3 этапа. Как-то многовато. Так, ставим огонь, и что же будет? О, эти шипы убрались! Как мне открыть эту дверь? С помощью боксерской перчатки или с помощью пера боксерской перчатки. Ой-ой. Не больно тебе, девушка? Весы правосудия. Ого. Вы видели? Перышко тяжелее, чем... какой-то организм. А, мумия! И что же делать? Кошка? Ха! Вы видели, как это все сделалось? Так смешно. Бомба или мухомор? Бомба или мухомор? Бомба или мухомор? Мухомор! Наверное. Ха! Ничего себе, какая она стала большая! Вот это да! Так, и она все еще находится в этой пирамиде. Растение людоед! И что же сделать? Жвачка или... какой-то спрей, что ли? Давайте спрей! О, нет! Фу! Как... пахнет не очень. Растение людоед, ты мне опять уже встретился? Держи тебе жвачку. Вот-вот. Теперь не пахнет от него слишком ужасно. Смотрите, здесь есть какой-то свет. Что же делать? Есть и два варианта. Какая-то штучка с...
летучей мышью. И какой-то молоток, давайте летучая мышь. Абракадабра! Ну, вообще-то я не влезу туда. Смотрите, здесь как... дыра, и что же выбрать, лед? Или круг, давайте круг. О, нет! Буми! В итоге они ее схватили, а круг нет. Смешно. О, и замерзла, и я могу прийти. Хоть и долго ждать пришлось. Вау, посмотрите только на эти туфли. Они просто шикарные. Но мне они не нужны. Ну что ж, нажимаем. И девушка находится в пустыне. То есть она зашла в пирамиду в пустыне и... вышла в пустыню. Смотрите, ее песок захватывает. И что же сделать? Лампа какая-то? Или... ковер-самолет? Я даже не знаю. Давайте, наверное, лампа. Ну, я не думала. Так, деньги или дождь? Деньги или дождь? Сложный выбор, на самом-то деле. Деньги или... ой, я хотела сказать, дождь или... ой, деньги или дождь? Она нужна наоборот, дождь или деньги? Давайте попробуем деньги. А деньги — это был неправильный вариант. Вы только видели, как на нее все посыпалось. А, вот зачем ей нужно было дождь. Чтобы выросли пальмы, она, наверное, попила. Сундук или драгоценности? Давайте драгоценности. Роб. О, нет. Не нужно было драгоценности брать. Нужно было взять сундучок, чтобы меня там не ограбили и все такое. Так, нажимаем. И девушка все еще идет с сундуком. Она уронила этот сундук. И что же сделать? Сундук с украшениями вернуть или убрался сундук? Давайте сундук с украшениями. Помогите! Ого, какой-то монстр вылез. Странный какой-то. Пава. Так. Давайте попросим Джина, чтобы нам просто дали. И с монетами. Как классно. Блин, я забыла сундук. Такой стол ты можешь съесть. Стол? Неверно. Что? Правильно, овощ. Спасибо. Я думаю, хотя бы мне дадут овощи. Ну ладно. О, девушка спать захотела. Давайте разложим коверчик. А что это? Что это за монстр? Странный такой, страшный. О, гамак, это самый раз. Никто тебе не помешает. Даже все-таки классно. Нажимаем далее. Сюда. Девушка уже оказалась дома, и она... опять в пирамиде? Или где? Я не вижу. Тут нужен свет. Из камней или из фонарика? Давайте с камней. Ей так больше нравится. Динозавр и еще голодный вид. Сфоткать? Или что-то сделать с помощью молотка. Давайте с помощью молотка. О, нет. Это была очень плохая идея. Ха. В первый раз у меня было головокружение, а теперь у него. Этот камень преграждает мне путь. Что же сделать? Механизм какой-то? О, нет. Он опять его поставил. И теперь еще и голова заболела. Значит, давайте поедим еды и смотрите. Бум! Просто силачка. Так, здесь какой-то налобей предлагает сюрприз.
И это вот такой скин. Но мне своя платьишко нравится. Такое красненькое. Ну и туфельки бордовые, по-моему, что ли. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходите в следующее мое видео. Увидимся там!